Шуховская башня. Первая в мире гиперболоидная конструкция. В этом дворце, построенном в конце 18 века архитектором Баженовым, до революции находился первый музей Куликовской битвы. Дворец аристократов Нечаевых. Sagen Sie mir bitte über erste Hyperboloid-Konstruktion in der Welt. Ja, Professor also, Armin Grün, ja, bitte. Bitte, es ist das erste Mal, dass der Schuchow-Turm in Pulipino genau vermessen wird. Ich bin ein Fotogrammetrieingenieur, ein Messingenieur. Das heißt also, wir produzieren Bilder, Stereoaufnahmen von dem Turm und daraus wird dann ein 3D-Modell generiert. Diese Aufnahmen haben wir beflogen mit einem Octocopter. Das ist ein sogenanntes UAV, Unmanned Aerial Vehicle, das autonom arbeitet, das ein GPS-System, ein IMU-System an Bord hat und eine Kamera. Mit dieser Kamera haben wir 6 vertikale Streifen beflogen. Ein Streifen besteht aus mehreren sich überlappenden Bildern. Und aus diesen Bildern, aus diesen Stereoaufnahmen wird schlussendlich das 3D-Modell hochgenau auf Zentimeter genau generiert. It's too early, we only check it. На 15 минут на сцене молчит и при этом гениально. У них честная разница от нас, что у них есть, кроме геометрии, у них будет изображение. Они вообще геометрию выставляют на основе изображения. А у нас только геометрия. Так или иначе, они решили включить геометрию. У нас уже есть. И обязательно возможность. Понять себя про них, а мы не считаем. Дальше могут быть разные варианты. Может оказаться, что там будет. Thank you.
done manually because for certain reasons we cannot pinpoint accurately enough in this direction. So we are shooting only half the tower if we fly automatically. It's okay, we have an assurance. It's okay if you park 50,000. No, no, it's 23. Yeah, but I have to call. But... Наука, она требует жертв, мы что-то сделаем. Жалко, хорошая игрушка. Ударился сильно. Угу. Из него выскочил черный ящик, а это на самом деле просто микро-CD. И он куда-то улетел. А это цена, это вопрос 50 тысяч долларов. Потому что если они его найдут, они предъявят этому производителю. И там причина определится. И... Что-то здесь перетерлось, мне кажется, просто. Ну что он как-то потерял, и его понесло, нет, понесло. Знаешь, есть одно дело управления, а другое дело этот самый, аэродинамика. То есть песчин такой, он управление внутри потерял. Река Дон. Внизу усадьба Полибина. Верховья Дона. На левом берегу старое городище. Здесь был город Донков. Хороший поставить тропинку. Это новое. Да, сделай. Поскольку что здесь, ну классно, машину подогнали. Спасибо. Вот счастлив, а то купил эту игрушку. Слава Богу. Такая игрушка сломалась. Попросить легче. Switch off and switch it on. Switch it on. Das ist besser als Flugzeug, ja? Besser, ja. Fotogrammetrik. Ну это не научная реставрация, это через месяц проект требуется. Песня. Ну если бы научная реставрация была, надо металл пробовать. Летаем на летающей тарелке. Фотографируем дворец Нечаева. Можно вышить. Ну да! Все!